Снова всем welcome, это снова я. На этот раз мы находимся в парке Ханеги. Это недалеко от станции Шимакитазава. Такой вот большой широкий парк с множеством игровых площадок, спортивных, теннисных кортов там и тому подобное. Как видно, уже немного вот там уже в дереве это цветет сакура. Мы сейчас немного пройдемся, посмотрим. В принципе, должно быть хорошо видно все эти цветочки до сюда. Вот. Как известно, в марте и апреле японцы любят ходить на ханами, то есть любование цветами, или как это называется, любование сакурой. Вот они приходят примерно в такие парки. Здесь вот, правда, еще не все цветет, но это скоро уже будет зацветать. Да? Все эти цветочки, деревья. И вот тут вот видно, это вот белая сакура. Есть вот розовая сакура. Разные. Но вот эти они немного такие розовенькие. То есть прям розовая роза. А вон там вот белая. Белая практически. Вот здесь вот тоже вот сакура цветет. В принципе, когда здесь все зацветет, то будет очень даже красиво. Сейчас пока что еще, как говорится, не все цветет. Пока еще не сезон. Холодно было, в принципе. И вот здесь вот тоже цветы всякие. Ну, в основном сакура, конечно, не знаю, может быть, здесь, конечно, и вишня есть какая-нибудь или еще что-то. Вот, вот видно, вот, вот белые. Тут вот белая будет, вот, видно здесь. Белая сакура, есть вот розовая. Здесь разные сорта, по-разному зацветает. Вот, вот примерно тоже белые, но немного розоватые. Вот, уже очень красиво тоже выглядит все. Можно вот прийти пофотографировать. Вот макросъемка, очень даже классно получается такие снимки. Но сейчас уже вечер, поэтому как бы уже снимки будут немного темные. Советую вам прийти пораньше. Я пришел просто поздно из-за того, что дел полно. Нет времени было, ну как говорится, этим заниматься днем. В последнее время вообще снимаю видео достаточно редко, потому что и так работы много. В втором-третьем месяце очень много работы в Японии, в японских компаниях. Это время релизов всяких там, как говорится. И нужно из-за этого работать сверхурочно. Поэтому на видео времени совсем не остается. Если бы было, как говорится, чуть побольше времени, можно было бы поездить еще и поснимать. Но опять же, вечером после работы нет нифига, ну как сказать, времени. Ну то, что уже темно, и куда ехать в темень снимать, это, как говорится, не есть гуд. Ну, пройдемте сюда, пройдемся еще. Вот. Здесь, в принципе, тоже хороший вид такой открывается на пока что голые деревья. Пока что здесь еще ничего нету. NO. Я не знаю, что такое NO. NO тоже вот. Ну, те, кто учит вот хирогану, могут прочитать название этих вот деревьев. В принципе, это, ну, как говорится, несложно. Практически самые первые буквы. Вот. Здесь еще вот внизу какие-то кусты. Это, видимо, будут потом цвести. Попозже. Ну, пока что вот так вот. То есть вот туда вот вниз, там дорожка уходит. Очень даже неплохо выглядит все это. Поэтому, если будете в таких вот, ну, весной в Японии, обязательно сходите на ханами. Посмотрите днем, посмотрите вечером. Все выглядит очень красиво. Вам обязательно понравится. Японцы также любят там сидеть под этими деревьями. Вот кто-то что-то читает, кто-то отдыхает.
как бы так вот отдыхают. Вот. Ну, а в парках там йоги и там, например, Шинджику, да, там уже люди пьют под этими деревьями саке там и так далее. В принципе, тоже так и весенние праздники людей, шашлычки там кто-то делает. Ну, конечно, не в этих парках, в других, может, ну, в общем, смысл понятен. Ну, вот такое вот видео коротенькое. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, а мы с вами увидимся в следующих видео. До связи!